Глава Твери Алексей Огоньков выступил перед представителями общественности с отчетом о деятельности город-администрации за 2020 год. Такие встречи проходят для того, чтобы детально с привлечением мнения горожан рассмотреть итоги работы и обратить внимание на проблемные вопросы. Жители смогли задать главе Твери все интересующие их вопросы. В своем выступлении Алексей Огоньков поблагодарил общественность за готовность включиться в работу по решению любых проблем. Администрация активно работает с жителями и общественными организациями, поэтому ежегодный отчет – обязательная традиция. Несмотря на сложности пандемии, в 2020 году Тверь приняла участие в 5 нацпроектах с общим объемом финансирования почти 2 миллиарда рублей. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году был введен в строй новый детский сад на 100 мест на Октябрьском проспекте. Достраивался детский сад по улице Планерной на 150 мест, который будет вводиться в ближайшее время. Началось строительство еще двух дошкольных учреждений на улицах Левитана и Склескова общей мощностью 380 мест. По нацпроекту образования в Твери впервые более чем за 20-летний период была построена открыта крупная школа, центр образования имени Александра Отрощанка в новом микрорайоне Брусилова. Это современный учебный центр, оснащенный всем необходимым для полноценного школьного образования. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Твери за 2 года отремонтированы 73 участка общей протяженностью почти 100 километров. В 2024 году цифра должна вырасти до 265 километров. В качестве важного этапа 2020 года глава города Алексей Огоньков отметил также реформу общественного транспорта, которая успешно прошла при поддержке правительства региона. В заслушивании и обсуждении отчета приняли участие депутаты Законодательного собрания Тверской области, Тверской городской думы, представители общественных палат Тверской области и Твери, участники общественных организаций и горожане. В завершении слушаний участники задали главе города интересующие вопросы по всем отраслям.